Всем привет, мои самые лучшие зрители моего канала. Сегодня видео будет о том, с моими отзывами о ранее приобретенных товарах с Валберис. Ну а для начала я хочу с вами поделиться своими уходовыми средствами, которым я вам, кстати, обещала показать, когда приобрету, для волос. Мне посоветовала мой мастер, так как я блондинка, она мне посоветовала такие вот средства. Ну, начнем по порядку. Ссылок не будет, так как я покупала у нее лично. Но она мне сказала, что они есть на Валберис. Ну, честно сказать, я не искала их. Возможно, они там есть. Они не дешевые, эти средства. Начнем с шампуни. Вот туда же есть сразу ценник. 850 рублей стоит 1 литр. Это профессиональный шампунь, который сами мастерами пользуются. Это не только для блондинок, это для окрашенных волос. Шампунь подходит. Вот я вам сейчас этикетку покажу. Кого заинтересует, вдруг вы можете сделать скриншот и найти через Яндекс. Как я обычно так и делаю, если меня что-то интересует. Вот такой вот бутылек. За вот это все я потратила 2250. Вот такой вот бальзам для волос. Вот экстракт кашемира, защита цвета окрашенных волос. Здесь тоже 1 литр. Пахнет все хорошо. И вот этот бальзам, и шампунь. Но это разный производитель. Не было одинаковых, но ничего страшного. И вот такой спрей. Профессиональный. Тоже. А, ну, сыворотка восстанавливающая. Это идет как и термозащита, и легкое расчесывание. Приятно пахнет. Вот такой вот дозатор. И в подарок мне еще мой мастер дала вот такой для шампуня, вот, ну, чтобы удобно было нажимать, выдавливать себе шампунь. Вот, спасибо. Это удобно будет. К моим покупкам переходим. Ну, а если вы захотите поподробнее узнать о каком-то товаре моем приобретенном, который вы увидите сейчас в видео, то вы можете пройти по ссылочке. Ссылочки все я оставлю внизу в описании под видео. Это вот такие вот бокалы для мартини. Две штуки в наборе по 200, вот, по 280 миллилитров. Ну, здесь даже можно сюда коктейль какой-то наливать. Но я брала для мартини, так как я люблю мартини. Храню я эти бокалы в коробочке, так как мне так просто удобней. Вот так вот они, вот тут перегородка. Я вам только один бокал достану, потому что они одинаковые. Вот такой вот бокал. Он высокий на самом деле. И тоненький. Удобно пить с этого бокала. Я довольна этим приобретением. Вот такой вот кувшин. Это кувшин специально для компотов, для горячего. Как я делаю? Я пользуюсь замороженными ягодами. Я их засыпаю в этот кувшин замороженный. Когда они растают, я их обычной толкушкой толку. Потом добавляю сахар по своему вкусу. Мяту, можно сухую, можно свежую. И заливаю все кипятком. И это настаивается какое-то время. Ну, у меня это настаивается, пока не остынет. И потом пью, и как компот, ничего варить не надо. Вот такая вот тут крышечка. Сейчас она в открытом виде наливается, ничего не стекает. Вот тут вот. И чтобы закрыть крышку, надо вот сюда нажать, и все. И она вот так в таком виде закрыта. Самого кувшина на 2,1 литра. Ну, то есть на 2 литра 100 миллилитров. Сейчас я крышку сама открою.
такая вот она внутри, глянцевая. Ну, а здесь более такая матовая. Я, конечно, не часто завариваю себе компоты, но все равно завариваю. Мне очень нравится. Мне удобно, чем варить вот это вот. Вот такая вот миска для миксера на 1 литр и 400 миллилитров. Здесь очень удобно с миксером работать. Я, когда раньше крем делала, я вот здесь вот взбивала миксером. Ничего вокруг не разлетается. Все очень удобно. Пластик, ну, материал плотный. Носик тут, ручка. В общем, долго не буду останавливаться. Вот такой вот фигурный нож для нарезки. Я нарезаю картофель. Когда для жарки мне нужно нарезать, или когда в духовке кругляшами я делаю, это очень красиво получается. Здесь вот можно подвесить ее. Дальше. Вот такой вот бальзам для губ. Очень хороший бальзам, питательный. Я уже давно им пользуюсь. Кокос. Ну, кокос не ощущается на губах. Вот даже покажу, он прозрачный. Немножечко как блеск идет, немножечко блестит. Конечно, я там не пальцем ковыряюсь, а вот такой вот, уже ей много лет, вот такой вот кисточкой я там набираю. Я не знаю, они есть на Валбрисе, нету. Но это у меня уже давно кисточка. Вот. И мажу. Так как губы сохнут, и вот это хорошо заживляет. Дальше. Вот такие вот наклейки. Вот. Тут и для круп, и для специй. Ну, для на крупы я не наклеиваю эти наклейки, мне это не надо. Но вот баночки на специи, да, я наклеиваю. Тут у меня даже еще остались. Вот так вот они прозрачные. Я вам сейчас покажу, как это у меня. У меня тут еще их много. Я наклеила. На сахарную пудру я точно наклеила. Сейчас покажу на деле. Вот такие вот у меня вот так вот наклеено. Так, сейчас чайничек уберу. Вот. Эти баночки я когда-то покупала в фикс прайс. Вот сюда я и клею. Карри. Удобно и красиво. Самой не надо ничего подписывать. Ну и последний товар на сегодня. Это вот такой вот консилер для лица. Но я пользуюсь только под глазами, так как есть все-таки небольшие синячки, чтобы их замазывать. С матовым эффектом. Очень много раскупают, не успеваешь. Постоянно в лист ожидания надо добавлять. Название Белитта. Здесь 20 миллилитров. Сейчас покажу на руке, как выглядит. Вот такой вот носик у него. Ну, извините, что у меня тут вот так вот испачкано. Но когда вот остается, и получается, это от крышки такой эффект на тюбике. Сейчас нанесу я на руку немножко. У меня его уже тут совсем чуть-чуть. Но его на самом деле и немного надо. Он очень хорошо размазывается. Извините за мою руку, у меня обветрено. Ой. Перекрывает тоже хорошо. Так как я светлокожая, подходит под мой тон кожи. Вот. Вот такое вот перекрытие. Хорошее. Запаха практически никакого нет. И это хорошо, что никакого запаха.
еще буду брать. Сейчас вот я посмотрела, он стоит 300 с чем-то рублей. Это недорого. По моему мнению, конечно. Для хорошего консилера это недорого. Ну, на этом я буду с вами сегодня заканчивать, мои дорогие. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.